Всем привет! Новость буквально с сегодняшнего дня. На Личесе появилась новая кнопочка. Заходим в рубрику задачи. Puzzle Storm. Что это такое? Я так предполагаю, что это похоже что-то на тактический штурм на Ческоме. Давайте это проверим. Я один раз уже сыграл. Набрал 44 балла. Давайте попробуем. То есть дается 3 минуты. Ошибаться можно, но при этом будет, я так понимаю, вычитаться время. Давайте посмотрим. Так, сюда. Вот пошла движуха. Так, и за правильные ответы нам бывает что-то дают или вычитают. Да, вот за серию дают несколько секунд. Да, как вы видели, только что 3 секунды. Так, наверное, съедим и съедим. Да, выиграли фигуру. Так, шах сначала. Висит ферзик, мат 2 хода. То есть вот так вот, достаточно интересно это все выглядит. Я сыграл, как сказал, один раз уже, и мне показалось, что даже интересней. Так, это я что-то доску хотел, да, утянуть. Значит, даже интересней. То есть получается, за счет добавки можно играть бесконечно. Ну, плюс-минус, да. Так, здесь надо просто вот так срубить. И сюда. Да. Добавляется какое-то время, такое так называемое комбо. То есть это придется еще все изучать. Кто уже знает, что это такое, обязательно подскажите. Так, ну что здесь, слон Е3. Или сначала ферзя отпнуть. Вот это непростая какая-то задача. Нет, оказалось простой. Так, сюда, наверное, и там. Так, ну это пешка всего лишь. Не знаю, правильно или нет. Так, ферзя срубить. Но там проскакивает. Ну и ладно, сюда. Все-таки у нас неплохо, да. То есть получается, что долго мы можем играть. Ну давайте попробуем доиграть. Перегруженный ферзь. Потом нам добавятся за это волшебные секундочки. Пока минута 56. Так, что надо срубить? Просто двойной удар. Так, просто срубил, да, и вернулся. Да, добавляются, смотрите, секундочки. То есть играть мы можем очень-очень долго. Ну вот посмотрим, побью я этот рекорд 44 или нет. Так, срубить лошадку. Бить лошадку. Если шах и ферзь d6. Да, прикольно. Это мне понравилось. Так, конь g4. Вообще, сама платформа Личеса, она как-то попроще, не лагует. Нет никакой там навязывающей рекламы. Вот в этом плане этот ресурс мне нравится побольше. d8. И нету. Куда отойти ферзю, да? Так, съел. И ладья f3. Так, то есть, видимо, потихоньку, да, вот как наполняется эта штучка, мы приближаемся к добавке. То есть, надо собирать вот эти баллы, какие-то комбо, я так понимаю. Так, плохая какая-то ситуация у нас, но мы первыми ставим мат. Так, ладья g4, по всей видимости, выиграл с шахом. Слон b4. Или просто сюда. Возьму слоном, пожалуй. Так, ферзем, что ли. Так, а чей ход? А, мне шах. Мне не дает сделать невозможный ход. Классно. Так, ну что, отходить, что ли? Сюда. Так, вот это интересно. Что же дальше? Сюда, что ли? Ферзь Е2. Да, то есть есть задача наподумать. Не такие все они уж и простые. Так, добивается у нас потихоньку это комбо. Так, вперед. Надо еще один ход сделать здесь. Ничего себе. А я-то думал, что уже выиграли. Ну, слон Е4. Сюда. Да, такая связка очень мощная. Конь Е3. Или сначала, да, завлечь на неудачное поле, а потом сюда. Поймать ферзя через ладья А7. Нет. Через ладья сюда нет. Что же тут сделать-то? Конь опять. Да, такую идею, я помню, в Каракане мы применяли. С одним из учеников. Так, сюда. Как-то тут надо раскачать. Нет, неправильно. Ай-яй-яй-яй. Поторопился. Бумс. И вот так выглядел неправильный ход. Ну, тоже полезно подсмотреть. Да, все. Вот, смотрите, в конце такая штучка красиво выводится. То ли вы читались, у меня тут секунды, видите, здесь красненьким. А так всю серию я, получается, шел без ошибок. Только вот последние две, видимо, подустал. Тут вот интересно, это времени на ход, примерно 2 минуты 72 сотых секунды я тратил. Общее время 245.
Это сколько у нас? Почти 6 минут, да. Какое-то комбо, которое надо изучать точность 98%, но неплохо. Ходов было сделано 90, и труднейшая задача, видимо, рейтинг, да, имеется в виду 1692. Ну так, немножко, конечно, невысоко. Ну что, делитесь обязательно впечатлениями в комментариях под этим видео, кто уже поиграл Puzzle Storm, чем отличается это от Puzzle Rush на Chess.com. Вот, кому что нравится, интересно будет почитать. Также в описании под этим роликом есть ссылка на наше сообщество Школа Шахмат ChessWave. На Личесе, если вступайте, как-нибудь проведем какой-нибудь крутой турнир. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик возле кнопки подписка и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.